перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Будешь задавать или нет? Не, они ничего не спрашивают. Привет. Что, все нормально, что ли? Будут ли новые треки? Ну, Ром, такая всегда сна. Будут? Мишка споет что-нибудь нам. Я пел когда-то. Вы еще даже это знать не знаете. Вы даже этих треков даже не слышали. О, молодцы, что продолжаете общаться. Ну, Казахстан привет с вами. Привет из Минска. Ты загаси свой телефон. Да, подожди. Не, в натуре я не слышу, что происходит. Не, давай Артема сниму. Мишку уже снимаю. Не, я Мишку снимаю, у меня никто не добавляется. Мне интересно, я как будто когда нахожусь в другом месте и слежу за этим всем. А, ну в принципе не так и сильно, да? Ну вот немножко так. Секунд 7. Там нет, 10 секунд отстает. Ну нормально. Да, это некрасиво, Артем, это неадекватно. Это неадекватно. Ну, вопросы хотелось бы задавать. Вопросы пусть мне задают, я все знаю. Да, вопрос. Роман, нахуй ты снимаешь эту хуйню? Что, в смысле? Это я хуйня или в общем хуйню? Не, ну так вот есть. Нет, ну... Я хоть зайду в мир. Есть вероятность от вас что-то услышать? Какое авто у тебя? Какое у тебя авто? У меня нету, я на мотороллере езжу. Вы же видели сегодня в стори. А, я вот это ребенка вожу на мотороллере. Nissan Pixel. Сейчас покажу. Привет из Кургана. Привет, Курган. Треки, самое главное, что у вас ребята... Ты да выключи свой телефон, ты что ты говоришь? Я же не могу смотреть, что тебе люди... Ну зачем я буду читать, ну? Давай читай. Вы в курсе, что у вас стримуют? На меня покажите. Да тебя никто не знает. А ну как твой парт был в первой песне? Меня звать Алексей Михей и так далее. Кто знает, тот напишет. Меня звать... Ну-ка, зачитай. Я любитель. Литр Бола. Отжимания от пола. Но мой любимый спорт — отжимания от пола. Кто помнит этот парт, самый первый трек? Это действительно было. Это классика. Это классика. Мишки, для Мишки это был первый трек и последний. Нормально. Огурцы зато как себе домой. Пусть читает. Это One Hit. Казахи с нами, это главное. Спасибо вам. Салам из Казахстана, назад. Родители сейчас в Казахстане. Мы, к сожалению, здесь, но привет казахам. Что, с Казахстана смотрят? Где вы работаете? Ну, где я работаю, тяжело объяснить. Где? На работе работаем. Ну, ё-моё, что за вопрос? Треки. Самое главное, чтобы... Да ну, это я вообще не... Я думаю, что я вообще никогда не читал ничего. Где альбом? Сон, кстати. Какой MLP3? Это в Германии сейчас. Да, это в Германии. А, привет, парни. Сказал, хоть мне и 25, мне нравятся ваши треки. Спасибо. А где Гром? Не знаю, Эй, Гром Роман, дома, ты что, наверное. За слова не отвечаешь? Эй, Роман, ты что за слова не отвечаешь? Когда будет MLP3, бля? Подожди, а что я сказал? Артем, что он сказал? Что он не уйдет, пока не запишет MLP3. Ты не уйдешь, когда не запишешь MLP3. Да, но я не ушел. Я не ушел. Я не уйду, пока не запишу MNP3, но я не ушел. Я сегодня написал. Ну, две строчки нет, но полторы, да. Не, круто вообще-то. Я раньше, вот я вот недавно, я сегодня или вчера вспоминал, как я там куда-то ездил в другую страну, и у меня был блокнот. Я помню, что я вот когда свободная минута была, я пытался там бит слушать и писать трек. Ну, нет, не недавно было, ну, это давно было, но... Покажи сейчас блокнот. Ну, я просто думал, что я всегда хотел писать, а сейчас я ничего не пишу. Я сегодня включил бит, мне iSpeak присылал бит с партом, я хотел с ним написать. Расскажите про этого... Нет. Джо Кайн, Могилев. И я начал писать, и что-то надо уезжать. Алло, Рома. Элитно. Расскажи про Джо Кайн и Драси. А что с ним? Новости. А что с ним?
Ну, пацан на первом месте. Ну, молодец. Я поздравляю Джокера. Вы же вместе пели, нет? Не, да, была песня, ну, кто была, да, песня. На МНП, на МНП. И поехали. На МНП был Джокер 31. Да. В Германии продал альбом на первом месте сейчас. Ну, молодец, я поздравляю. Какого гизец духа? Кассель поднял. Сокращенно. Ну ты скажи. Ну какая студия, ты чё? Фарита? Это так говорят, у него бывшие Фройндов университет. Тогда это СТГБ. Да, Геннадий. Штраф ГЗ. СТГБ, да. Они на фаретерах говорят, они... Так ты меня снимаешь, не просто. Да я вот так снимаю, читаю просто, что пишут. Рома, салам, алам. Рома, так. Покажи сюда, что там пишут. Что за слово? Как дела? Как дела? Ну как? Сиди, выпивай. Вот у меня, например, спрашивают, как вам возвращение Джонни Боя? Кто такой? Русшифак, но он... Я семейный человек. Все, поехали домой. Че, мы тоже поехали? Где царь, пишут мне. Good night. Рома же снимает или нет? Рома снимает, но с камерой ничего. И ты маленькая еще, такая зюсечка. Потом вот такие вот вырастают. Монстры. Шкоды такие. Это бешеный восток, я кидаю рифмы на листок, чтобы показать, кто тут настоящий босс? БББ Дака. Это Бенни Крик читал, по-моему. Это Сом Дунам, номер один. А не центр и не баста. Этот Бенни Крик 100% читал такой текст. Вытри лилипута, мытри великана. У него в принципе кто-то песенку поет. Вот это бит. Вот это бит, не то, что там ваши битмейкеры, вот это биты. У тебя оса сидит. Все, всем привет, всем пока. Все, надо ехать домой. Вот и закончилась вся карьера Донна. Не, она еще официально не закончилась. У меня еще такой... О, салам от Ильи Мельсона. Ой, а Мельсон тоже привет, мы же давно с ним не общались. А я ему как-то писал в комментарии. Это, у меня еще вот такая вот... У него молока нет, Кать. Песня большая есть, которую я еще не выпустил. Ты не кормишь больше? Ладно, всем пока. А я что, стоит? Что, все, ушел? Да, за нами приехал. Кто? Сом сдулся, да. Если бы Сом сдулся, это было бы круто. Сом бы тогда похудел бы, если бы он сдулся. Че, ты поехал? Ну давай. Все, Мишаня, давай. Все, давай. 24, давай, будем делать. Сом? Жена смотрит. Давай. Пока. Да, жену не снимать. Давай. Да. Ну что ты, блядь? Подожди. Что, все, пошел, да? Да. Рома, вопросы. И последний раз. Вопросы задают, я буду отвечать. Пока. Все. Ладно это. Ты все. Что, вот что за интервью? Отключайся. Ну что, а? Пока. Пока. Эй, не делай пока, я сейчас пробегу. Мишка. Миша, а ты по-русски-то читать умеешь? Что папа разорался? Все, папа ушел? Омск, дигитально. С Рома, когда хоть один трек? Сумка на новые треки. Еще кто пришел, Солон, братка. Когда новый альбом? О, Кут. Кут, салам, салам, братан. Чё, сам где? Калашников хочет что-то за какой-то. Как здоровье? Или нет? Катя, чё, забыла что? Телефон, а, да ладно, тут у нас куча телефонов. Возьми тот или вот этот можешь взять. Нету. S9. Ну ладно. Всё, давай, давай, пока.
А у Коли работаете, да? Нормально. Мы нормально, мы сидим тут. Нет, сидели, точнее, пока тепло было. Вот Артем все домой поехал. Мишка еще был с семьей. Пожарили немножко мясца, посидели. Вискаря попили. Нет, коньяка попили. Почему игноришь про треки? Ну чё, ты чё? Детские эти снимаешь. Не, ну я снимаю красиво. Я снимаю. Я расскажу всю правду. Не, чё игнорить? Я ничего не записываю. Игнорить? Во, видишь, всё. Мне негде, у меня даже негде записывать. У меня нет даже возможности. iPhone 10, отлично. Меня спрашивают, как тебе iPhone 10? Ну, iPhone 10 как, отлично. Как? Купи и узнай. Самый лучший просто iPhone 10. Телефон, ну, для меня лучший телефон. Фотография отлично вот, делает. Вот, S9 лежит с iPhone, не лежит рядом. Хотя оба у меня в кармане. Рабочий. Так. AMG, Казахстан, элитная. Сам теперь кайфует по жизни. У тебя свой загородный дом. У меня, да, у меня свой дом загородный. Ну, не загородный, в городе дом. Свой. Дом по-любому стоит. Вон, крыша дома. На крыше дома моего. Ты что бросаешь очками? Гастарбайтером устроился, купишь. Какой немецкий рэп? О, да, много мне нравится. Капитал, бра, русский не, парень. Ну, не, расскажи им. Номер один. Давай ты расскажи. Капитал, бра. Чё ты? Ты одну... Он родился что? В 1994 году. Не, я его не буду рассказывать, ему лет. Я знаю, что он сейчас номер один в Германии по продаже дисков, MP3 и альбом там туда-сюда. Не, номер один, у него 4 песни, вышло все 4 песни. На номер один вышли и... Короче, Мишка синий. Какой не. Синий? Правду говорю? Не-не, капитал, не стоит слушать. Что? Не стоит? Ну, на первом месте. И русский парень. Типа. Ну, что ж на первом месте? Ну, он русский парень. Это, я думаю, русскую публику... Ладно. Короче, все слушайте, что Мишка сказал. Не надо слушать, я просто говорю, что он на первом месте русский парень в Германии. Да, от Кута привет всем. Кут пишет привет всем. Да. О, как я его знаю. Ну да. С Громом нет, не общаемся. Че, на Кате? К сожалению. О, смотрите, приехал к Роме в гости. А, нифига приехал, вот, в город. Вот выжил уже все. Короче, ну, сейчас жена, я... поехали домой. Да подожди, я скажу сейчас в холодильник. Не, я... У меня еще пузырь полный, что ты гонишь? Так, гонишь что ли? У меня есть еще что-то? Полный холодильник. Не, не, ну, перешай. Давай пивка тогда хотя бы. Пивка давай, о! Че тут? Сейчас пиво выпьем. Мартини будешь? С ребятами. Сколько там тысяч? Мартини будешь? Не, а. Сколько там миллионов смотрят? Ты 3 миллиона, будешь круто? Пойдем. Не, это женское. Есть просто пиво. Нет. Вот пиво, ну. Слидово. Ну какой Артём принёс, такое есть. Студент. А что, о, лимон у меня есть еще, смотри. Нет, не моё. Холодильнички. О, лимончик не хочешь? Смотри. Лимончик. Засними, как я открываю это. Какие мышцы у пацана в Германии. Ты, Мишка, тебя все тут, вот просто тебя лоханут здесь. А сейчас. Ты даже будешь как раз домой поэм и подлял. Сейчас в интернет, в YouTube 100% выставят это говно. С YouTube в натуре не надо. Вообще не знаю, все время выставляют это. Даже поэтому неохота. Потом меня на работу никуда не возьмут. Вконтакт, не знаю, что туда заходить. Песни а не что а я только в Инстаграм захожу, короче, и все. Никуда больше не захожу. Даже в Твиттер не захожу, никуда не захожу. С Громом не это. Ну как мы это? Он деньги должен. Мне. 10 евро должен. С Громом не общаюсь. Ну, мы не ругаемся, ничего, просто это, ну. Не знаю, что-то все время нету. Я хочу всегда к нему съездить и все что-то как-то не доеду. Он до сих пор надо как-то встретиться на с ним. На Брюнецов живет? Ну, а где он живет?
Ну, я не знаю, где он живет. На Бронегорке? Ну, наверное, да. Что, у него девочка есть? Ну, я откуда знаю, я говорю, не общаюсь с ним. Последний раз я его, наверное, видел на когда я его видел? На Новый год. Что ты хочешь? Ребенок там один, я дверь закрыла на ключ, потому что я больше не вижу. Ну, ничего, пусть спит, что? Кут, я рэп. Я рэп. Кут рэп. Что там спрашивают люди? Что-то у тебя эти сушамары, эти... Зрители скучные, не вопрос. Да тут много вопросов, просто я не знаю, что... Да, что я тебе буду все читать? Ты боишься, что я ей правду расскажу, да? Сом — это рэп удар из-под воды. Ну, это по-любому. Ну, тут написано. Он под воды, вон там, вон. Норм, чел, сом. Ничего страшного, что ребенок один, у нас бэбифона ничего нет. Я дверь закрыла на ключ, чтобы она не вышла. Вот, у царя бывает. Скоро альбом. Бит, слышите, ребята, это новый бит от Ромы будет. Да-да, я сейчас зачитаю под него. Я каждый день под этот бит утром просыпаюсь. Не, утром я не просыпаюсь. Вечером засыпаю под него. Качалки, да я вообще-то не хожу. Редко. Я один раз хожу в месяц. И фотку выставлю, короче, типа я хожу. И все. На самом деле я редко хожу. Ну, на этой неделе два раза я ходил. Потом все. Ну, не то, что я не хочу идти, просто времени нет просто. Реально, после работы надо всегда, короче, куда-то бежать, что-то делать. Поэтому я не дохожу. В прошлой неделе три раза ходил. Эту неделю вот два раза ходил. Хотя планировал минимум 4 раза или 5 раз ходить. Ну, все, вот все, видите, вот это вот. Вот это. Ну, задайте мне вопрос нормальный. Мишке, задайте Мишке вопрос. Какой-нибудь. Вот, Мишка, знаешь что? Вот тебя могут только обосрать просто здесь и все. Мне пофиг, обсираешь ты меня уже. Михан тащит. Конечно, тащу. Пиво. Кут, салют от Мельсона. Так, салам, куда гром делся, когда рыбу несут. А Кут читает. Кут, ты читаешь еще? Это сом, это гром. Блин, музыка детства. Не, ну МНП это тема была, конечно. МНП 3 будет скоро. Не, этот, МНП, это легендарный альбом. Нормальные вопросы задавать. Сом бегает от комнаты до кухни. Вот это реально, сом бегает от комнаты до кухни, пожрать только. Сом бегает. Нет. Рома, ты треки выпускать здесь собираешься? Нет. Как шоком отношения? Никаких и не было никогда. С Ромом общайтесь? Нет. Дона быстро слинял. Ну, у него ребенок маленький. 3 месяца. А че, царь? Рома, дабл тайм. Дабл тайм. Фристайл. Рома, кто что новенького, дорогой дом. Рома, царем хочу. Ему еще. Гуд пишет, ребятки, давайте, меня тут еще ламинат ждет. Начальник не в духе. Вискарь не в холодильнике, работа стоит. Да бросай все, Кут, сюда давай приезжай на этот, в Беттенхаузен. А кто там, Кут пишет? Кут, Кут, да, он работает. Кут заезжает, кто работает в пятницу? У меня еще там коньяк и все, и у меня еще есть. Давай, приезжай. Артем, уехал, можешь приезжать. Как с царем, нет с царем отношений у нас. У меня вот с женой отношения есть. Не, я желаю, я нет. Желаю всего самого-самого лучшего царю. В его новом старте. В его новой, так сказать, карьере. Я желаю всего самого лучшего. Пусть он добьется больших высот каких-то, чем добился раньше. Ну, как... По настроению, я смотрю в Инстаграме настроение, и, конечно, у него как бы, ну, позитивно настроен он очень, и радует, пусть делает. И это, выпускает, батлится с этим, как он, как его зовут, этот, который в маске-то, Russian Boss, или как он, пусть батлится с ними, со всеми, мочит их всех. И выпускает треки, и чтобы вас радовал всех. Вот так, короче.
исключение этих блогеров со мной смотреть. Мишка, ты... Мишка, тут Мишка, ты кто такой вообще? Это значит, ты не фанат, если ты меня не знаешь. Не, Мишка, вот на самом деле, этот человек, да, вот этот, с этим толстым пузом, который тут сидит. Нет, он, конечно, пытается это пузо втянуть. Но на самом деле, короче, вот он с самого первого трека. Но вот когда первый трек есть же, как он называется? Отряд Джиникс, да? Вот, он тоже на этом треке был, да, его заставили зачитать. За него написали и заставили зачитать его. И за тюнингом я еду к дяде Жене Мессерле. Это к моему пахану. Вот. Это он читал такое. Его батя мне тачку тонировал. Все делал. Тюнивал. Так. Не-не, это значит не настоящий фэн. Вы заблокируй его. Все, он уже, его нет, я его, я его уничтожил, Миша. Уничтожь, элиминируй его. Он не то. Он просто молодой. А. Миша, он 2001 года рождения, поэтому он не в курсе просто. Этот салага. Когда его в Россию? А в Россию скоро поедем, да, жена? Мы собрались ехать в Крым. Ну, я бы сказал в Украину, но это же Россия теперь. Не, поедем. В Керчь. Мы, короче, скоро в Керчь едем. Кто из Керчи? Напишите мне, кто из Керчи? Нет, поехали в Керчь. Ну, из России. Ну, сейчас в России, да, можно? Да, из России. Я ему говорила, поехали. Ну, у меня подружка как там, и вот с которым вы стали. Знаешь, что я вот тебе, Маша, скажу? Лучше эту подружку пригласи сюда. Ты знаешь, Миша, они там так живут. Как? Очень хорошо. Давайте не будем, давайте сейчас не будем, Маш. Давайте не будем сейчас обсуждать, кто как живет и где живет. Мы еще лучше живем. Нет, я имею в виду, что мы в прошлом году просто в Испании встречались с ними. А так а в чем проблема-то? Ни в чем. Ну, вот сука. Я говорю, теперь не стоит туда ехать. Нет, там хорошо тоже. Там у нас море, два моря, прикинь, с двух сторон от города. Вот, а я откуда? Два ты? Моря. Из Керчи. У нас с одной стороны это Керченский такое? Пролив. Это пролив между... Ну, вот, короче, где Черное море. А если, например, там погода испортилась, ты на Азовское сейчас. Море с другой стороны едешь. Просто приехал полчаса. А там рыбачить можно? Конечно. Значит, едем. Все, мы едем, у нас рыбалка жестокая в Германии. Мишка, открой мне пиво. У нас рыбалка. А ты знаешь, что она так крутится открывается? Конечно, знаю. Смотрите, ребят, это вам... Лидловское пиво. Это очень крутое пиво. Хайнекен выпили, все выпили. Вот так вот открывается. У нас в Германии жестокая рыбалка идет. У нас надо сдавать на права. Короче, все, рыбалка говно полная в Германии, к сожалению. Почему говно? Да потому что, Миш. Все здесь правильно. Вот если честно, я бы реально хотел поехать в Россию, просто отдохнуть, взять палатки, да, где-то зависнуть. Да, за собой мусор не убрать. Не, убрать все за собой. Просто я имею в виду, что в любом месте, где захотел, остановился, поставил палатку и отдохнул. Мы здесь тоже палатки ставим, только павильон нельзя ставить. Алло? Как тебе Царя и Шока новые треки? Ну, у них новые треки есть? Да, они вот записали, да. Шок песни делает? Шок с Царем с песней сделал. Я думал, сделали. Он уже на пенсию пошел. Ну вот он вернулся. Не, честно сказать, ну, мне не понравилось. Ну, без хейта, да, я же вот реально, ну, мое мнение просто, я послушал, я не знаю, какой трек, какой-то я трек один послушал. И мне не понравилось. Да. Ну, именно я про Ваню говорю, я не говорю, я не знаю, там, что как читает, он все время так читал. Они еще поют? Не знаю, у Вани какой-то голос там странный такой. Правда? Ну, без хейта, без всякого. Не то, что я там что-то хочу против сказать. Просто мне не понравилось. Раньше было круче. Про Мишку не спрашивают, да, поехали домой, говорит. Не, ну может у Царя будет круче только. Сейчас все разрешают эксклюзивы, потому что наш детский садик пойдет и отпадает комплект телевизора на максимум. Валю. Не, вечером я не буду. А когда? На мы ее вечером опять забираем, в 8 спать. Вечером мы ее даже не будем. Вечером она нас... Ну если будет, то будет. С 5 до 8 не помогает. Ну если будет, то будет. Ну да, Бадан, шкуксит максимум. Мишка, знаешь, что тут пишет один крекер 55-й? Чего? Путин чмо пишет. Чего?
Путин чмо? Пишет, да. Не знаю. Сейчас мы Антошке напишем, Антошка с тобой схлестнется. Это был вот здесь другой друг, он бы здесь что-нибудь вам сказал. Я не думаю, что она в детском садике будет просить. А без разницы. Я не на Путина работаю, я не на Меркель работаю, я на себя работаю. О, Кут, подожди, что Кут написал? Там, где клён шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой. А Кут тут пишет. Это прикол. Роман, привет со Астаны. Первый класс вернется, как думаешь? Думаю, нет. А не знаю вообще. Первый. Да, братан. Кутрищит. Роман, привет. Кут, тебе тут пишут, что ты вообще ноунейм, уйди вообще со стрима. Кут, уйди отсюда. Вот босс какой, босс Феникс пишет тебе. Саня Белый, привет, Сом. Кут кидала. А можно я еще побуду? Не, Кут, уходи, все, выходи со стрима. Джиникс, One Love. Кто-то вот всегда хочет, я гастарбайтер, кто-то хочет, короче, все добавиться. Давай, ну-ка, что там, я не знаю, что это такое, Анцайген, что это, лайф, вот так, что. Алло, Дедушка Мороз, Мария Девач, да, да. С мамой разговаривает. Не знаю, короче. Тебя, алло, Эй, Маруся, давай домой поехали. Что там, вопросы есть? Что там? Да, есть. Ты читай, Илья, домой поехал. Где Рома Залуп? Знаешь, Калуп, как он себя, Роман Калуп, это Рома Барвих. Он Калуп себя, или как называл? Кто-то пишет. Эй, Роман, это жаль. Роман в армии служит сейчас, нормально все. Я фаршированный в тортике. Заблокировал свой телефон и все, она видит, что она не может включить. Где Рома? Сом, давай бухнем. Да, я тебя поснимаю. Не-не-не, не надо мне снимать. Че мне снимать? Круче же тебя снимать. Где лучше жить? В Германии или России? Что? Подожди, убежал. Чисто твое мнение, почему именно в Германии? Ну, не знаю, родители привезли, все нормально, Германия нравится, в Россию не хочу ехать жить. Ну, в гости хочу, жить нет. Здорово, гром, салам, братан. Ты будешь в зале спать или сломаться? Ты слышал, на районе пацан, это грязь загнулся. Че опять? Надо ехать до барыги, решать все на месте. Одно кило тема, да, классный трек. Были времена. Вопрос, задашь или нет? Да, задам. Нормальный, что там, сколько людей смотрят? А, не знаю, 50 человек. 50 человек? 50. И нету нормальных людей, что ли? Ты виделся с Шоком вживую? Не виделся. Все свои текста наизусть помнишь? Вообще ни одного реального текста не помню наизусть. Сом, что-нибудь, пожалуйста. У меня один текст. Салам из Петропавловска назад. Кто такой? Хуйвочка. Я не знаю, его сам приперся, сел, тут сидит, короче. Сосед какой. Сосед пришел. Почему меня на новом альбоме царя не будет? Нет, царь меня не любит больше, он любит этого, Димку только. Привет передавает Мелсона ему. Привет. Короче, помню еще двух Серег. Одного Свекла звали, а другой накуренный приехал с Павлодара. Ты реально Серега Свекла, это из Павлодара. Помню. Кто такой хуй в очках? Кутрищит. Кут, я к тебе сейчас приеду. На Вальдау. Ну, на Вальдау, на Вальдау. Сейчас я приеду, это отсюда 5 минут на машине. Я с ним тоже. Все свои текста помню, что вообще ни одного текста не знаю. Сом, спой что-нибудь.
Почему? Так. Подключите меня. Ты что, сюда запустил? Пусть хуйвочка говорит. Пусть хуйвочка ответит. Какой вопрос? Задавайте. Так, подожди, кто это написал? Так. Сус Дре какой-то написал. Ну-ка, задай ему вопрос. Вопрос-то задай. Почему ты? Пусть ответит. На что ответить? Ну, вам на что? Ладно, Мишка, не злись, что ты... Это, как говорится, ответь на мой ответ, знаешь. Не-не, там просто, может, я пропустил, там много же пишут. А, ну ты читай, успевай давай. Ты-то, я не умею по-русски читать. Кто такой хуй в очках? Опять пишут. Я фанат Драго, я тебя поздравляю. Гоу, царь. А, этот... Да, в России сом, как там, Дона. Выпивал. Мишка. О, не Мишка, было, сколько не выпьешь? Не я, Ром, покажи себя, блю. Вот это выпью и все, и домой. Как тебе Оксимирон? Да, поехали домой. Есть норм. Оксимирон? Да, как тебе Оксимирон? Такой этот парень поднялся вообще, да, в России? Да. Мишка, как он вообще не шарит ни в чем вообще. Ни в рэпе, ни в батлах. Ни в чем. Ну, он говорит какие-то умные слова. Мишка, ну-ка скажи что-нибудь. Что не умно? Ну, скажи про Оксимирона что-нибудь. Про Оксимирона? Ты же его слышал когда-то уже? Про него что-то. Слышал? Вы же начинали в одно время как-то это, петь, да? Да, пели песенки и сидели на лавочке. Да, сказки рассказывали. Подбить. Не, я смотрел его, он был у этого, как его зовут? На Первом канале. Этот... Вечерний, как Шеф энд Раб, как он называется? Урган. Он был. Я смотрел эту передачу. Кут тебе пишет, если приедешь, говорит, в Альдау, как раз поможешь ламинат доложить. Да, блядь, не, сегодня выходные, ламинат я ложить не буду. Сегодня я могу мою жену положить. Опа, Рая, что он там говорит? Поехали домой, уже все. Захали, Рая, оттуда остаетесь. А тут Мишка, у него всякие такие мысли пошлые в голове. Не говори. Ламинат ложить в пятницу, что будем, что ли? А что сегодня пятница? Сегодня пятница, да. Петропавловск, назад, салам. Так что за вопрос был от того парня? Кут только от Wi-Fi не отойти не может. Кут как привязан к Wi-Fi и все. Пусть идет, он говорит, ламинат я... ложит, подбивает молоточком. Хуй в очках, провокси пиздит. Да, Мишка жарил. Не знаю. Это... Мы воду кипятим там. Сегодня пятница, суббота. Какая суббота? Вы что, вы откуда смотрите? Какая суббота? Мы в Европе, у нас еще пятница. Ты что, мне в упор снимаешь? А? Или ты себя снимаешь? О, себя снимаешь, красавчик, молодец, покажи себя. Сосок не покажи. Нет, не, спрашивают, Сом, ты похудел? Я говорю, да. Со 120 килограмм на 115. В туалет сходил. Нет. Все нормально. Ну, короче, не, в отпуске похудел, форм, пацан. Смотрите, бицепса какая. Даже затронуть нельзя, я боюсь затронуть. Лопнет. Лопнет, взорвется будет. Attention. Сом, похудей. Это. Че народ такой скучный? Не, тут весело, тут спрашивают, просто я тебе все не читаю. Я просто не успеваю читать. Читай давай. А то мне-то скучно. Кинь Инстаграм Михаила, пишет. Меня ни в Фейсбуке, ни в Одноклассниках, меня не. Мишка зашифрован. У меня только WhatsApp есть. WhatsApp у него есть. WhatsApp да, есть. Да. Я твой номер сброшу. Бросай WhatsApp, пусть мне пишет. Реально? Да брось мне. Я сейчас в этот сброшу. В стори. В стори сейчас сброшу. Отвечаю, брось. Я всегда факты пишу. Это 100%. Никаких этих... сказок, только чистая правда. А ты не напишешь правду. Напишешь мой номер? Напишу. Напиши без проблем. Вам оставить маленькие огурчики? Ты, да? ты новый стар. Че? Новый стар. Почему? Потому что у меня это? Очки нет? Да. Я Black Star.
А, хуй в очках. Ответь. Первого класса уважаешь? Первый чел немерный. Как он там пел? Нормальный парень. Мишка раньше кайфовал по первому, да? Ну, все мы кайфовали. Да, тема была раньше. Ну, лет 10 назад. Он это все раскрутил. Молодец. Скажите ему спасибо, бля. Молодец, Артем. Артем, он все раскрутил нормально. Миша, ты знаешь, ты новый... Кто? Ну вот, например, Бушиду, да, у него всегда есть какой-то тип такой, про кого он трещит, знаешь? У него там был... Что, типа я лох? Нет, это ты сказал. Это ты сказал, я такого не говорил. У Бушиду, говорит, есть тип, про которого всегда трещат, говорит. Нет, Бушиду там все, с ним трещит, ходит, короче. Ага. Нет, я этот Озбой. Понял? А-а-а. Вот. Подожди сейчас. Озбой сделаю, подожди. Давай там пошевели. Да. Почему царю не напишешь по поводу... Миша, чё? Почему ты царю не напишешь по поводу фита? Я? Да. Во-первых, я не читал. Во-вторых, номера нет. У Ромы есть, у меня нет номера. Не, какого фита? Вы что, пишите? Я ничего не записываю. А что, не зависать идет, если ты снимаешь? Не, мне не нужны фиты. Мне вообще, я ничего не записываю. Не то, что... Да, мне даже записать негде, если честно сказать. Аппаратура вся в подвале валяется. Бедный несчастный, Мария, нужно что там? Нужно пару коробок яиц купить. Да. Заколотить. Вот смотрите, у меня остался. Придется на Samsung 9 переходить. Там качество хуже будет, но не пойдет. Не, ну зато там батарейка еще есть. А Кайра, ничего не знаю, кроме Инстаграма. Кайра на гитаре ебаш. Не, этот... В Инстаграме только я за ним слежу и все, а больше так ничего не знаю. Кстати, я был в этом, вы же видели там в стори, я был в Коблинсе на Райане, прям я там ездил по работе 4 дня. И, ну, я не писал Кайра. Ну, я по работе был с коллегами, поэтому как бы. В колхозе живем, да, в колхозе. Мишаня? А? Что, вопрос? Пропил да. Аппаратуру. Что сделал? Аппаратуру пропил. Я? Да, ты так пишешь. Я за эту аппаратуру не платил, я ее не мог пропить. А где аппаратура, Рома? Она у Грома, наверное? Не, аппаратура у нас вся. В подвале, да? Ну, у Артема вся, да. У Артема? Ну, нормально все. Вот. Аппаратура есть, она просто... Эй, не снимай мою дочь. Да, ты только сверху снимай что-то. Не надо, все. Вот это вот, я не пила, это не мое. Лучше меня снимай. Как ты, как они говорят? Лох в очках? Ну, типа такого. Пусть меня. Мне хоть единственное, правду сказали. Мишка. Че там? Единственное, правду, Мишка. Нано, очки мои, нано. Что? Ну я говорю, смеетесь. Материтесь, а когда говорю первое слово, она вас хуй скажет. Дочка, да? Когда она у вас начнет, и все бабы. Нет, дочка так не скажет, ты Мишкина. Скажу, Рома. Ты иди посмотри, наша что дочка там. Что? У нее тоже отец есть, может посмотреть? Ты, короче, тут какой, вот какой-то тут... Всегда что-то на тебя Мишка наезжает. Чего они хотят? Я, наверное, сейчас заблокирую кого-нибудь. Я не знаю, правда, как это работает. Сейчас, подожди. Блокируй там всех. Так. Сейчас кута заблокируй, кута. Кута в первую очередь заблокируем здесь. Ламинат пусть может, бля, смотрит. Мишка, не лох, а... По-другому тебя назвали. Лина, нет, мне Игналь. Можете говорить, как хотите. Что такое? А где ее Эльза-то, это, пробелером? Мишка. А. Не, Линка забрала меня. Короче, тебя не лох назвали, а хуй в очках. А, хуй в очках, да. Ну, бритый или не бритый хоть? Ребенка не мучай, тебя пишут. Ну,
Ребенка не мучи. Ты, я тебя не буду снимать. Мама. Респект, механик, респект. Один написал, ты представляешь? Прикинь, подожди, я его потерял. Вот он. Рома Васильев, СПБ, Санкт-Петербурга. Написал, Мишаня, респект, прикинь. Ерлан, меня блокируй. Блокируй меня полностью. Ломай меня полностью. Да-да-да. Этому человеку лайк дать. Комаров у нас нет вообще. Вот реально, это комаров, не это не Россия. Ни одного комара у нас нет. Вот хоть на речке даже я на рыбалку езжу. Комаров вообще нет. Я не знаю, почему в Казахстане столько или в России. Потому здесь... что влажность здесь не такая, как в России. Ну вообще нет комаров, вот реально. Ноль. Если там... Если один комарик садится, мы на него смотрим, говорим, смотрите, пацаны, комарик сел. Попил, мы его накормили и отправили вот так. Реально так. В России, там, в России, да, там их мало. Пусть Мишка, кровь. Тебя спрашивают, ты можешь сейчас зачитать? Нет, не смогу. Да ладно, зачитать что-нибудь, что ты? Я тогда пошла. Помоги мне. Как твой парт начинается твой? Да я не помню, подожди. Что там было? Как этот... Не, я не начал. Да, меня звать МС Михей, что-то. Мой любимый спорт, отжимания от пола, что-то там. Это твой парт, да? Мой парт, да. Я езжу к тюнингу, где Дженни Мессерле. Ну послушайте там отряд Джин из песню, найдите в Ютубе. Как да, начинаются да. Строки первые Михе? Нет, я не буду, я не могу, я не помню. Это было 10 лет назад. Он не врет, Раня. О, это. Короче, мне надо сейчас переключиться на другой телефон. О, там тоже 17%, прикинь, Михе. Так я домой иду. Дай пошел ты. Ты дай мой номер телефона, пусть мне реальные фаны напишут. Я всю правду расскажу про Романа. У меня люди, у меня есть приватные фотографии от Ромы. Что, ты выключил, да, скотина? Больше, короче, все, давайте, пока. Какие у тебя приватные фотографии? Я что-то знаю. Ты, да я тебя тоже могу много чего найти. С рыбалок всяких. Артем новый. Хуй в очках, молчи. Хуй в очках, где флоу твой? Флоу, бля. Ты снимаешь или нет? Да, снимаю. Так, сейчас придет настоящий. Ты дай мой номер, пусть мне ребята пишут, я всем буду отвечать. Я не работаю, у меня время много, но... Мой любимый спорт, отжимание от пола. Строчка механи. Писька в очках. Че, поехали? Нефтьюган. Я поеду домой в PlayStation играть, ребята. Ну так же ты и выглядишь. Поехали. Эй, завязывай, я сейчас отключусь, попьем еще. Не, Роман, поехали. Короче, все, всем пока, давайте, до свидания. Ребенка сказали, не будет. Эй, вот эти, как вот эта вот страница, которую выставляют всегда все лайв-видео. Как же она называется? Перископ. Да. Это отвечаю. Русская, не выставляйте это. Ну, ты из перископа, не выставляй эту дребетень. Ничего ж тут нету, никакой информации, никого не обсираю, ни про кого не разговариваю. Не надо выставлять это. Никому не интересно это. Все, давайте, удачи. Перископ, херня. У меня не Короче, Мишка теперь стал такой стар такой, да, в моем инстаграме. Хуй в очках, и у него погоняло нормально. Короче, в следующий раз мы скоро едем, короче, на рыбалку. На рыбалку через месяц, 24 августа вечером. Вот, ну, самое позднее... Хуй в очках в прямом эфире. Да, мы тогда самое позднее выйдем в эфир. Save the date. Да, и Михей хуй в очках выйдет в эфир. Это, короче... Там еще другие персонажи будут, они тоже реальные, прикольные. Да, я, короче, этот на нем заработаю бабок. Реально? И конечно. Там без проблем вообще. Миха в очках, АК в очках. Нормальный чел. На, шанс. Че? Ну давай, все, выключай. Нам надо ехать, Ром. Все, давайте, ладно. Все, всем пока. Эй, время много. Где тут выключаться, блин? Выключи. Да подожди, я не знаю, куда нажать. Фарберген, что там? Бенден. Все, всем пока.